классическое приглашение. Классическое приглашение. Давай. Здравствуйте. Мы сейчас находимся в пространстве для детей и родителей Каштан, где развивается, растет и расширяется сенсорный подход, о котором мы собираемся вам рассказать на предстоящем большом событии, на сенсорной конференции, на первой сенсорной конференции. Здравствуйте! Меня зовут Марина Белозерова, я содержательный руководитель пространства «Каштан» и проекта «Путь родителя». Это Вика Письменская. Здравствуйте! Мы с ней вместе начинали сенсорный подход и продолжаем. Это Даша Филиппова. Привет. Да не надо так прижиматься. Мы приглашаем вас всех на первую сенсорную конференцию. Это большое, грандиозное событие, которого еще никогда никто не видел. И первый день, первая часть конференции будет проходить онлайн. Мы приглашаем... Я веду движение, а Вика коммуникацию. Все логично. События, которого в жизни еще никогда никто не видел, и мы сами еще не знаем, как это будет происходить. Вернее, мы много чего знаем. Сейчас я вам расскажу, как все будет. Можешь еще раз поменяться. Стой на место Вики. Первые два дня мы встретимся онлайн, и будет много ведущих, удивительных, уникальных людей, которые работают совершенно в разных подходах, но все эти подходы объединяются... Пожалуй, все. Короче, 24 и 25 февраля будьте дома, около экранов, с 3 до 9 вечера. Ну, на самом деле, все не так страшно, вы можете и в записи потом посмотреть все выступления наших удивительных спикеров. Марин, ты еще самого главного еще не сказала. А 28-го мы не вас будьте ждем. Дома. Не будьте дома. И будьте с нами на сенсорной карусели, и будьте готовы двигаться, танцевать, звучать, креативить вообще просто по-страшному. А также не двигаться, молчать, ничего не делать и наблюдать тоже. Стой, а выключи камеру, пожалуйста, и все, сейчас я не могу говорить больше. Это будет такой целый день, в котором мы будем проживать какие-то основные темы, которые связаны непосредственно с сенсорным развитием, с сенсорным подходом. Мы выбрали их условно, эти темы, но для нас они очень значимы, и мы хотим поделиться с вами нашим опытом. Будут приглашены несколько очень замечательных ведущих, которые владеют различными практиками, практиками телесными или практиками художественными, какими-то необычными. И мы приглашаем вас вместе с нами прожить эти темы. Буду вести я какие-то темы, лабораторные такие исследования, буду вести вот Даша, Марина и еще несколько человек, о которых вы узнаете позже. Вот. Будет очень интересно, будет очень много творчества, каких-то необычных вещей, которые мы делаем, ну, здесь уже в Каштане. И такие маленькие сюрпризики готовы вам показать. Ты можешь спросить, девчонки, напомните, о чем еще рассказать? Мы покажем очень много действительно сюрпризиков, но это не аттракцион, на который мы вас приглашаем. Это... То, что мы видим как основа развития человека, и мы будем изучать, целый день с вами будем изучать корни, из которых человек развивается и появляется его... Будьте серьезны. Нет, я на это не подписывалась. Появляется он сам. Появляется он сам, да. Вот ты сейчас говоришь про корни, когда Вика говорила, я вспомнила про тот позвоночник, который Марина рисовала на презентации сенсорного подхода. То есть мы не только будем делиться опытом, сколько создадим пространство для того, чтобы вы могли получить свой опыт на этой карусели. И вот эти слова и тему лабораторий, они как раз являются основой этого позвоночника, то есть такой сердцевины, то, на что все опирается. И, как вы помните, позвоночник, он гибкий, и все эти темы, они тоже достаточно гибкие, все зависит от человека, как это будет. Поэтому мы готовим не только ответы, сколько вопросы и пространство для такого самостоятельного поиска ответа на них. Короче, сейчас я не могу говорить больше.